Вернемся в Казахстан. В области ЖТСУ трехкратный чемпион мира по армрестлингу тренирует детей с инвалидностью. Живет Абдуалит Астанов в Коксузском районе. На занятия к нему приходят также ученики из местных школ. Все безвозмездно. Сам тренер тем временем готовится к очередному мировому чемпионату. Ready, go. Своего ученика Буркутбека Абдуалит Астанов в тренировочный зал вот уже на протяжении 5 лет заносит на руках. Юноша увлечен армрестлингом и показывает хорошие результаты в нем. Мне дважды удалось стать бронзовым призером чемпионата Азии. Не раз был победителем турниров в нашей стране. Ко всем этим достижениям меня привели упорство, любовь к спорту и постоянные тренировки под руководством моего тренера. Абдуалит Астанов по технике жима гири одним пальцем является рекордсменом страны. Его имя внесено в Казахстанскую книгу рекордов. Сейчас атлет делится своим многолетним опытом с подрастающим поколением и параллельно готовится к очередным азиатским играм по армрестлингу среди ветеранов. На соревнования приходится ездить за свой счет, но это меня не останавливает. Это очень увлекательный и популярный в мире вид спорта. Здесь участвуют даже 80- и 90-летние силачи. Я считаю, что наша страна должна показать себя на таких масштабных состязаниях. Самые лучшие атлеты планеты в этом году соберутся помериться силами в Молдове. И наш казахстанский силач уверен, что ему удастся добиться звания уже 4-кратного чемпиона мира. Гульнар Жантасова, Шынгыз Халиден, Куаныш Тургенбаев, 24 КЗ. Область ЖТСУ.